Хлеб из цельнозерновой муки и пеку часто, особенно нравится с семечками. Семечки всегда беру разные. Вам предлагаю рецепт с использованием льна, кунжута и подсолнечника. Давайте приготовим вкусный хлеб. Хлеб получается большим, с насыщенным вкусом семечек. Он очень сытный и вкусный. Меняя набор семян, вы каждый раз получите новый вкус хлеба. Фантазируйте. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. Подготовьте необходимые ингредиенты. В глубокой чаше соедините теплую воду, соль, сахар и дрожжи, перемешайте. Добавьте всю муку, перемешайте. Добавьте масло и семечки, замесите тесто руками. Подписавшимся, больше вкусностей. Готовое тесто должно получиться мягким, не липнущим к рукам. Округлите его и переложите в чашу, накройте пленкой и оставьте в теплом месте на 1 час 15 минут. По истечении времени тесто заметно увеличится и как бы начнет спадать вниз, это говорит о том, что тесто выбродило. Возьмите форму, в которой будете выпекать хлеб, смажьте ее растительным маслом и обсыпьте семечками, количество выбирайте на свое усмотрение. Можно пропустить этот шаг. Тесту сделайте обминку, выложите в форму, сделайте косые надрезы, оставьте на полчаса, прикрыв полотенцем. Через указанное время тесто увеличится в объеме, верх будущего хлеба смажьте молоком или желтком и присыпьте семечками, поставьте выпекаться в разогретую духовку до 180 градусов на 35-40 минут. По истечении времени достаньте готовый хлеб из духовки, переложите на доску и хорошо охладите. Приятного аппетита! Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Как и обещали, расскажем ингредиенты. Мука цельнозерновая, 400 грамм. Семечки, 60 грамм. Лен, кунжут, подсолнечник. Дрожжи, 2 столовые ложки, сухие. Масло растительное, 2 столовые ложки. Сахар, 1,5 столовые ложки. Соль, 1-3 чайных ложки. Вода, 300 мл. Количество порций, 1. Комментируйте, подписывайтесь, лайкайте. Подписка – гарантия того, что не пропустите свежие вкусняшки. До встречи!